Всем привет! Сегодня приготовим катнаунц или пасхальный венок. Для начала готовим опару. Наливаем теплое молоко в глубокую миску. Добавляем соль, дрожжи, муку и сахар. Все это перемешиваем. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 15 минут, чтобы активировались дрожжи. В миску добавляем яйца, ванилин, сахар и все хорошо взбиваем. Добавляем мягкое сливочное масло. Все хорошо перемешиваем. Достаем нашу опару, перемешиваем. И добавляем к яичной массе. Перемешиваем до однородной массы. Постепенно добавляем муку и продолжаем перемешивать. Далее тесто вымешиваем руками 5-7 минут. Добавляем растительное масло и продолжаем вымешивать еще несколько минут. Тесто получается мягкое и к рукам не прилипает. Миску смазываем маслом и кладем туда тесто. Накрываем пищевой пленкой и полотенцем.
убираем в теплое место. Пока тесто отдыхает, измельчаем орехи и сухофрукты. Достаем тесто, открываем. Разделяем тесто на две ровные части. Одну часть убираем, а вторую раскатываем тонким пластом. Тесто смазываем сливочным маслом. Сверху засыпаем сухофрукты и орехи.
Заворачиваем в рулет. Тоже повторяем с другой частью теста. Рулеты разрезаем вдоль. Плетем косичку. Кладем на пергаментную бумагу и заворачиваем в венок. Оставшиеся части теста крутим кулич. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. Разбиваем яйца. Белки отделяем от желков. К желткам добавляем молоко. Перемешиваем. Смазываем венок. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку. Печем до золотистого цвета. Готовим к меренгу. Thank you.
Кулич смазываем меренгой и украшаем. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Если понравилось наше видео, поставьте палец вверх. Желаю всем приятного аппетита! До новых встреч!